стали свидетелем и как вы спасли человека? Палец изначально, все нормально. То есть отвлекся на телефон, зашел в сторону, отошел, по телефону поговорил, пришел в шезлонг, телефон положил, увидел, что 5 человек там в море. Спросил, что случилось, мы тут народ собрался. Сказали ребенок. Ребенка достала туда. Мы все ринулись за ребенком. Все. Мои действия какие? Я начал бегать в место, искать. Отозвался паренек, спасатель. Смотрите, я жилеты искал. Взял пачку жилетов, скрутился, помог. Побежал в море, кидать дальше туда. До одного жилет доплыл в море. Остальные расплылись по море, не знаю, их короче не было. Один выплыл мой. Ну и вот на моих глазах. Вверх спиной пошло. Ну потом ходил, корректировал спасателя. Направляли. Да, вы. Спасибо, что вы не разберемся. Спасибо, мы разберемся. Спасибо. Анапской международной прокуратурой проводится проверка по факту гибели двух мужчин и ребенка 2008 года. Предварительно установлено, что сегодня 5 июля 2021 года около 11 часов подросток зашел по колено в воду. Был сбит волной и так называемым тягуном, его потащило в центр моря. Увидев это, отец и еще один гражданин, уроженец Донецкой области, сразу кинулись его спасать. Но, к сожалению, из-за мощного течения и волна, как утверждают очевидцы, была в два раза больше, чем сейчас. Спасти не удалось, погибли сами и погиб ребенок. По данному факту прокуратурой проводится проверка, будет дана оценка вопросам оснащения пляжа спасательными приспособлениями и оказанию первоочередной помощи в таких случаях.